Доброе утро. Вот и провели мы 6 ночей в Алуште вместе, как там его, профессорская точка, или как она называется? Профессорский уголок. Профессорский уголок. Ботаническая глушь, а не профессорский уголок. А, что-то посмотрели за 6 дней южный берег Крыма, а сейчас направляемся на западный берег с заездом в Севастополь. Едем в поселок Поповка. Там уже Галечки не будет. Там будет прозрачная водичка и песочек. Как Ольга говорит, русские Мальдивы. Ну, посмотрим. Крымские. Крымские Мальдивы. Ну, в общем, вот сам центр. Из-за жары. Ну да, в самом центре хорошо. Вылизано, прибрано, убрано. Красота, пофоткаться, снимать можно. Вон. Кто тут у нас тут? Не знаю, Нахимов, наверное. Все ему что-то вот натирают. Дурной привет заразителям. Это как на площади революции есть собаку, которая нос натерт. Идешь, там люди натирают, натирают, по 5 минут стоят, труд. Плывем на пароме. Село Тургеневка, приехали посмотреть на лавандовые поля. Ну, оно сейчас середина июля уже отходит, ну сейчас посмотрим. Ну, в общем, село Тургеневка, 300 рублей, вход на поле 300. Самое главное, запах такой приятный. Мне он почему-то шоколад напоминает. Какой шоколад? Не знаю, мне он шоколад напоминает. Снегом что-то не то. Красивый. На западном берегу Крыма уже больше такая равнина, дорога, кстати, еще лучше стала, горная местность пропала и почему-то стало гораздо жарче, не гораздо, градуса на 2-3 потеплее. Засажены или виноградом, или какими-то плодовыми деревьями, типа персики, абрикос. Сломался. Персики. Винограда, мне кажется, еще нет. Ну, персики. Да, одни персики. Персики останавливались не здесь, в Краснодарском крае. 100 рублей килограмм персик, прям сочный, сочный. А в Алуште 250-300. Ну, туристическое место. А рядом с полем 100 рублей, то мне кажется, если брать ящиками, подешевле отдадут. Арбуз 25 рублей кило.
с поля. В общем, вилла Магриб Инд Шарк в Поповке. Ольге посоветовали. Хорошая. Она сама тут местная и здесь отдыхает. Угу. Ну тут уже вилла после сна. Чисто, хорошо, аккуратно. Хозяйка бегает, работает день и ночь. Вилла прикольная, да. Бассейн такой. В общем, село Поповка. Прозрачная лазурная водичка. О, головастик пришел. Песочек. Уже камней этих ужасных нету. И вот такой вот пляж. Природа уже. Степи, гор нету. Песочек. Тут крабики бегают. Уже более такое предсказуемое, понятное море. Привезли малого в какой-то дельфинарий. Купаться с дельфинами. Вход 500 рублей. Типа тут лаунж-зона. С дельфинами 10 минут 8 тысяч. Сейчас посмотрим, что получится. Айбурское соленое озеро. Идем принимать грязи. Получается море. Это перешеек такой. Солнце это как. Море высохло. Образовалось озеро. И вон с собой тащим 2-3-литровые баночки. Маску грязи пещерной привезти. Сейчас попробую прилягу, может, правда, держать будет вода. Хрен его знает. 100 килограмм живого. Ну да, держит. Ну, конечно, не... Правда, правда, держит. Нахрен это мертвое море. Вот. Айдарская. Да, держит. Встань, пожалуйста. Прикольно, вода держит. А небо? Вот тут. Небо. Раскапываем воду. Глина-то пошла. Раскапываем песочек. И под песочком черная лечебная глина, которая лечит, как нам сказали, больные суставы и тому подобное. Мама, пап.
Опа! Это же не болячка? Нет, ложись, Данюк. У меня кепка. Собственно, на полном ходу мчимся домой. Пару слов сказать, что понравилось, не понравилось в Крыму. Довольны, недовольны. Ну, в целом отдыхать, не работать. Конечно, понравилось, что дорога до Крыма, не знаю, меня дорога, если честно, приятно удивила. Я думал, будет в разы хуже. Две полосы в одну сторону, две полосы в другую. Сам Крым, трасса Таврида идеальная. Ну, от Краснодара до Крымского моста, ну, конечно, надо немного помучиться, но зато тут есть что посмотреть. Впереди камера на 60. Спасибо. Сейчас купили коробку персиков по 100 рублей килограмм. Собственно, сам Крым, что сказать? Что ли сказать? Да хорошо, люди хорошие. Да, люди хорошие, они русские, они не то что русские, они там за Путина топят полным ходом. То есть чуть ли не молятся на него. Люди хорошие, да, разговаривают без акцента, никакой злости, агрессии. Все добрые, позитивные. Ну, как, ну есть что, как нам небольшую коммерческую тайну раскрыли. Ну, немного как бы лентяи. Типа, квартиру сдавать на двое суток — это не вариант, за тобой потом убирать надо дольше, если сдавать, то на неделю. Работаем мы, не знаю, 4 часа в день, а дальше сиеста, фиеста. Ну, регион как-то существует. Все, не знаю, эти туристические достопримечательности, места, ну, в целом интересно, но на какую-нибудь там самую высокую точку, самую западную, самый вот этот пик туристов, что тянет, ну, не обязательно ехать, больше, наверное, красивее где-то остановиться на подходе или на подъезде к этому месту и пешочком прогуляться, потому что там по факту приедешь, миллион туристов, вот эти непонятные зазывалы, давай отвезу, давай завезу, давай подскочу. И в одном месте на водопад ездили. Ну, в принципе, хорошо, что мы взяли эту поездку, мы кто в гору этим, как ко мне, не поднялись в восторге. На Ай-Петре нас довезли, но это ужас какой-то. Вчера, не, позавчера катались на кораблике возле Тарханкута. Ну, в принципе, да, красиво. Да, мы с Тарханкута, западное побережье, надо смотреть только с воды сверху там. Через 300 метров держитесь левее. Ничего такого не увидишь. В общем, в этом регионе, да, есть приятные, достойные места для посещения. И не просто посещения. Сел, завел автомобиль, из Москвы доехал. В общем, ехать стоит. По пробегам получается, нам еще ехать. Суммарный пробег составит 4700 километров. Это совсем ЮБК, южный берег Крыма, и тихо, и западом Крыма. На данный момент проехали 3250, не знаю, пока полиция не останавливала, не докапывалась, вроде все нормально, все хорошо. Машин едет очень много, не знаю, такие регионы в жизни такие не видел. Берешь в Яндекс, вбиваешь, посмотри, что за регион, думаешь, ё, как он сюда вообще попал, ну, со всей России едут. В общем, как-то так. Что ты скажешь? Так что поезжайте, помогайте крымчанам поднимать экономику. Вот туристов там, как подруга мне сказала, в этом году где-то треть. Поэтому для нас это даже лучше. Почему? Потому
потому что народа меньше. Хотя, не знаю, на Ипетре толпа целая была. Ну, да. А что там творится, как, ну, в обычное время? Да, свой, да, ну, сложно да, представить. Да, не надо в обычное время. Поэтому очень красиво. ЮБК красивый. На западе море, как на Мальдивах. Ну, почти как на Мальдивах. Да, ну, в принципе, и там оно очень чистое. Так что поезжайте. Да. Ну-ка, зачем? Да, поезжайте. По России можно и нужно путешествовать. Берем и едем в Крым 2022. Лайк, колокольчик и поехали. Теперь, да, до новых впечатлений.